прямо как тогда. Когда мы только познакомились, помнишь? Ты был еще совсем ребенок. Всегда весь в ссадинах и ушибах. А я тебя лечила, вот точно как сейчас. Но ты хайлиец и вырос очень быстро. Выглядишь даже взрослее, чем я. Мне всегда нравилось заботиться о тебе, лечить тебя. Этот ужасный Ганнон, который должен прийти, я не знаю, кто он и какой бой нас ждет впереди. Но какой бы страшной ни была грядущая битва, если вдруг в бою тебя ранит враг, я излечу тебя. Любые раны, в любой момент. Я так хочу защитить тебя. Когда битва с Ганноном закончится, я хочу, чтобы ты, как в детстве, снова, чтобы ты снова пришел ко мне.